А в ночь на 22 июня там же у Вечного огня прошел митинг «Реквием». Сотни краснодарцев почтили память погибших и приняли участие в международной акции «Свеча памяти». Эта патриотическая кампания проходит в кубанской столице уже пятый год подряд. Ее участники, среди которых депутаты ЗСК, городской думы, представители общественности, молодогвардейцы, а также члены Центра национальных культур и, конечно, ветераны войны, зажгли 1000 свечей, таким образом присоединившись к общероссийской мемориальной акции. По словам организаторов, в ночь памяти и скорби были зажжены 27 миллионов свечей по числу погибших в Великой Отечественной. Мне кажется порою, что солдат с кровавых не пришедшие полей не в землю нашу полегли когда-то, а превратились в белых журавлей. Не было бы Курской дуги, не было бы битвы под Москвой, не было бы Сталинграда, не было бы и Берлина, взятого нашими солдатами. К сожалению, фашизм побежден, а нацизм продолжает жить. Последователи недобитых фашистов и сегодня дают о себе знать в нашей братской Украине. Мы должны проводить систематически со всеми работу по вопросам духовности, нравственности и патриотическом воспитании, особенно нашей молодежи. Отсутствие его мы видим на Украине. Ведь в основном-то затеяли эту борьбу молодежь. Мы искренне благодарны нашим ветеранам, нашим отцам и дедам, которые завоевали этот мир.